11.11. Портал к высшему сознанию. Человечество вступает в энергетический портал 11.11. Это один из множества порталов, которые вы сможете испытать, что на самом деле означает этот портал и как вы можете подготовиться. По всей планете люди пробуждаются. Это происходит тогда, когда свет освещает то, что ранее оставалось в темноте. Это естественный процесс. Вы как божественный создатель изменений являетесь неотъемлемой частью этого процесса. Ваша энергия имеет решающее значение для того, что будет разворачиваться дальше. Она влияет на вашу собственную духовную эволюцию и переход Земли. Поскольку ваша энергия является таким ключевым фактором, важно понимать эволюционные циклы и портал такой же, как 11.11. Пробуждение, происходящее сейчас, набирало силу по мере духовного развития людей на протяжении многих лет. Этот процесс сейчас начал происходить быстрее, отчасти из-за эволюционного развития человечества на протяжении десятилетий, а также из-за ускорения времени. Изменения во время процесса развертывания могут проявляться настолько тонко, что их невозможно обнаружить обычным мирским путем. Требуется проницательность, обучение и практика, чтобы научиться декорировать тонкие элементы существования.